Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области смотрите в информационном выпуске. Коммунальное хозяйство будет готово к различным внештатным ситуациям. Еженедельное совещание у главы муниципального образования. Была совершена попытка прорыва с территории Танкистского ущелья крупного формирования. Урок мужества для старшеклассников первой школы. Это поистине замечательный праздник, потому что в этот день мы поздравляем и чествуем, кто сегодня стоит на защите нашей Родины. Десногорцы почтили память погибших защитников Отечества. Праздник к 23 февраля в спортивной школе города. А теперь об этих и других событиях подробнее. 21 февраля после очередной 37-й сессии городского совета председатель Владимир Блохин провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что глава муниципального образования город Десногорск Вячеслав Седунков подал заявление о сложении своих полномочий по семейным обстоятельствам. 23 числа марта, значит, у Вячеслава Владимировича у него отпуск, он еще как является действующим главой. На это время его Сергей Валентинович Тощев замещает. 23 числа, значит, будет избран, вернее, сегодня уже определили на городском совете, уже Сергей Валентинович Тощев не как заместитель главы, а как гражданин будет исполнять обязанности главы муниципального образования, сколько там, на полдня, на день. Но у него будут полномочия именно главы муниципального образования. Ну, мало ли какие ситуации форс-мажорные могут возникнуть. Нельзя в городе, чтобы не было без власти. Поэтому у главы есть определенные полномочия, которые он должен будет исполнять. С 24 марта начнет работать конкурсная комиссия по избранию нового главы муниципального образования, которая будет состоять из трех представителей губернатора области и троих депутатов Десногорского горсовета. Смоленский губернатор Алексей Островский в приемной президента Российской Федерации провел прием граждан по личным вопросам. Это одно из наиболее эффективных форм работы с жителями области, а для смолян личный прием главы региона – последняя инстанция в решении наболевших проблем. По всем вопросам, обсужденным во время приема граждан, Алексей Островский дал поручение подчиненным и определил сроки их исполнения. Сотрудники Смоленской прокуратуры рассказали о работе ведомства в текущем году. Прокуратура изучит проблемы капитального ремонта, разберется, почему не выполняются судебные решения. В год экологии прокуратура займется и проблемой свалок. Особое внимание будет уделено нарушениям при возведении так называемых юбилейных объектов, строительство и реконструкция которых была приурочена к 1150-летию Смоленска. На плановом оперативном совещании исполняющий обязанности главы Десногорска Сергей Тощев подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Подробности далее. Предстоящим праздничным и выходным дням все городские службы и комитеты администрации готовы. Утверждены графики дежурств и назначены ответственные, а сотрудники внутренних дел Десногорска переведены на усиленный вариант несения службы. Обеспечить устойчивую работу силу средств, коммунального хозяйства, быть готовым к различным внештатным ситуациям. Многофункциональный центр Десногорска начал прием документов на получение лицензии на медицинскую деятельность. 24 и 25 февраля пройдет ежегодный туристский лыжный марафон 100 километров за 24 часа. 25 февраля в 13 часов в городском центре досуга состоится международный фестиваль-конкурс современного танца «Энергия движения». А 26 февраля на городской эстраде «Широкая масленица». Начало гуляний в 12 часов. Около 3 часов ночи 21 февраля во дворе 18-го дома 3-го микрорайона произошло возгорание 3 легковых автомобилей – «Рено Меган», «Рено Дастер» и «ВАЗ-21099». С огнем боролись 5 человек личного состава 15-й пожарно-спасательной части. Причина и ущерб устанавливаются.
75 тонн подсанкционных продуктов уничтожены смоленскими таможенниками на полигоне бытовых отходов. Многотонные фуры с польскими яблоками были остановлены на федеральной трассе М1. Партия киви и клубники из Греции попалась на одной из районных дорог области. Товар перевозили без сопроводительных документов. Первый день после карантина старшеклассников первой школы пригласили на встречу, посвященную Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Все подробности в нашем сюжете. Урок в школьном музее провел подполковник запаса органов ФСБ, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алексей Гулинский. Эпиграфом встречи стали знаменитые слова «Солдат войны не выбирает», которые ребята предложили сами. Особую атмосферу придали тематические песни под гитару в исполнении Никиты Кукина. Алексей Аркадьевич подробно рассказал о своей службе в Чеченской республике, о наградах, показал и прокомментировал фотографии, ответил на непростые вопросы учащихся. Вопросы, которые они задавали, действительно их волновали, потому что и самый страшный день, который был, и было ли у вас то, что вы не смогли потом, о том, о чем вы жалели, эти вопросы действительно шли от сердца. Детям это интересно, и я очень благодарна нашим солдатам, которые отвлекаются на такие встречи, идут к нам, к молодому нашему поколению. Дети очень внимательно слушали рассказ Алексея Аркадьевича, стараясь не пропустить ни одного слова. В кабинете было тихо, в глазах ребят читался интерес. Наблюдая все это, понимаешь, насколько важны подобные встречи. Мне было интересно послушать именно от участника этих боевых действий это все про тактику ведения вот этих действий, про характер ведения этих действий, про вообще суть конфликта, из-за чего он произошел. Я вообще мало об этом знал, сейчас это было очень полезно для меня. На память о встрече гостю преподнесли цветы и подарок, а в архиве школьного музея теперь будет храниться общее фото. Смоленские полицейские задержали рекламщика спайсов. Его оштрафуют и заставят возместить ущерб за испачканные фасады домов. Задержанный студент из Починковского района признается, что нашел себе криминальную подработку в интернете. С 20 по 27 февраля на Смоленщине проходит мероприятие «Пешеход». Особое внимание инспекторы уделяют таким нарушениям, как переход дороги в неустановленном месте, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков и невыполнение требований уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Накануне Дня защитника Отечества в Десногорске почтили память воинов, отдавших жизнь за Отечество. На Кургане Славы возложить цветы и венки к мемориалу пришли руководство города, молодежь, школьники, представители трудовых коллективов Десногорска и общественность. Наша Смоленщина – земля чести и мужества, где всегда почитались люди ратного труда. В нашем городе стало уже традицией в День защитника Отечества возлагать цветы на мемориале. В канун такого замечательного праздника, Дня защитника Отечества, уже традиционно в нашем городе Десногорце горожане, учреждения, предприятия, представители этих предприятий, мы приходим сюда на курган, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину. То есть те защитники Отечества. Вот. Это поистине замечательный праздник, потому что в этот день мы поздравляем и чествуем, кто сегодня стоит на защите нашей Родины. Очень радостно в этот день видеть на Кургане Славы много молодежи и детей, а это значит, что память русского народа будет жить. Стадо зубров Смоленского Поозерья пополнилось тремя самками из соседней Беларуси. Животных перевезли на грузовике в деревянных контейнерах. Сейчас они находятся в отдельном вольере на карантине, который продлится месяц. Возраст самок от 3 до 5 лет. В марте стадо будет выпущено на волю, а в созданные вольеры завезут еще 24 зубра. В минувшую пятницу дети с ограничением в здоровье побывали в интерактивном зале Смоленской АЭС. Виртуальную экскурсию по атомной станции для солнечных ребят и их родителей организовал Совет женщин города совместно с Управлением информации с АЭС. Мы знаем все семьи солнечных детей,
в нашем городе. Таких семей 7. И мы стараемся привлекать их во все проводимые нами мероприятия. Многие мероприятия мы делаем специально для них. Ребята посмотрели мультфильм об атомной энергетике и раскрасили сказочного персонажа. В завершение мероприятия участники экскурсии получили небольшие памятные подарки от директора Смоленской АЭС Павла Лубенского. 18 февраля юные спортсмены Десногорска вместе со своими папами отметили праздник настоящих мужчин веселыми соревнованиями. Подробности далее. Разделившись на две команды, ребята и их папы продемонстрировали свою спортивную подготовку, ловкость, смекалку, меткость и показали, как умеют они дружно вместе работать в команде. Завершение эстафет бурно поддерживалось трибунами, на которых за своих мужчин болели мамы и бабушки. Желание победить присутствовало у каждого участника, и, как положено в таких соревнованиях, победу одержала дружба. В завершении состязаний все маленькие спортсмены получили почетную грамоту и памятный подарок – военный автомобиль. Мне больше всего понравилось, когда меня начал мой друг греть. Мне понравилось проползать через лавку. Мне нравится заниматься. Очень хорошая спортшкола. Очень красивая и хорошая. А праздник понравился? Да. А чем он тебе понравился? Что запомнилось больше всего? Мне запомнилось участие с папой. Вот так весело и ярко проходят праздники в спортивной школе нашего города. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Также мы сердечно поздравляем десногорцев с Днем защитника Отечества. А вместе с искренними поздравлениями примите пожелания добра, позитива, отличного настроения, любви и уважения близких. И все это под мирным небом. Будьте здоровы и счастливы. До свидания.